держись, хорошо, держись за руку, держись. И рысь! Разного веса. Давай. А я. Да ты штанга. Это надо другое. Давай, ты тоже. О, и это. А это этот, как фитнес. Хоп, легенький гид. Не, папа, или эти, как у меня. А ну иди сюда, ты. Это гиря. Ты штанг. Не, подожди. Ровно. Ого. Это 30. Так они пукни. Ох ты, папа. А то у меня чёстка. Так, давайте косите. Разного веса. Да. Папа, а Фонька сейчас меня ударила, сам носом ударился. Ну, пожали его. Чё его жалеть? Чё ты лез тогда, а? Нет. Она где-то вторая. Вон она. Там две лягушки? Да. Вот мы что-то засунем вот кружку эту и поймаем. Не надо. Да пусть они бегают. У них же тут, наверное, где-то детки. Они же-то, наверное, вышли на прогулку. Они... Нет, они уже не вылезят. Да? Да. Ну, ты возьми, вылей воду. Нет. Так, ну пошли. Они любят воду. Они... Зоенька, привет. Зоенька, привет. Не, мы не на ручке, мы идем бабушке помогать с дедушкой, да? Пошли, расскажем, а куда нет. Мы идем. Сажать, скажи, идем, да? Зелень надо на осень сажать, чтобы нам было с тобой вон чем... Деда. Вон там деда, возле речки, да? Пошли. Да, сейчас мы тоже туда идем. Вера, возвращаемся, круговой рот, и бумеранг. Да? Так, конечно. Что мы сажаем? Борщевой буряк. А, буряки? Борщевой, да. Борщевые. А это на когда? На осень? Да. Ну, в октябре будет. А-а-а. Ну все, тогда вот это мне, да? Да, с этой вот стороны, с этой да? стороны. Угу. Так, все, рассказывай, что мы посадили? Свеклу, скажи, да? Буряки. Это какие, борщевые? Да. Теперь прикатали мы колесом, он Степа колесом прикатывает. И теперь голдспреем можем поливать, да? Будет фонтанчик, да, Зоечка? Ну что, пойдем? Фонтанчик, да. Но тут сильный ветер, может... Давай, Степаш. Пошли. Маманька включает тут кнопочку и черный. Пошли, Зоя. А Аленка, Аленка мыло в сени водах с кипидаром. Аленка, а... С кипидаром? Кажется, да. Да, я посмотрю. Со скри... кипида, ага. Аленка... Алексею Акимовичу. Аленка Аким... Где Аленка? Ой, Алексею. Угу. Акимовичу купила новый костюм. Купили. Купили. Да откуда ты это все знаешь? Я же посмотрела. Новый костюм. А ты что, за минуту можешь вот это все прочитать? Нет, посмотрела, видела. А меня мама во всю не хотела во двор пускать. Но я все таки вышел и все. Ну как тебе рассказик? Я два прочитал. Угу. Нормально. Да, это у нас что такое Драгунский, Владимир Драгунский? Тут его даже фотка есть. Я тут был. А, не, это в другой там книжке. Угу. В общем, короче, интересные у него рассказы, да? Так, грушами займусь в обед, а сейчас готовлю сам обед. Это куриная грудка. В общем, будет с подливой. Так, на обед здесь вот такая вот подлива от Магина второе. Крупно порезанная куриная грудка, как всегда, морковка, лук, перец болгарский. Ну, немножко специй добавила все-таки. Здесь закипает вода на вот такую вот домашнюю лапшу широкую. Вот, как раз нам ее на обед и хватит. Решила все смешать в одной сковороде.
Так что шумовкой взяла, достала отсюда все макарошки. Вот. И здесь и вот этим половничком, половничком еще сюда добавила водички, в которой варились макароны. И, в общем, сейчас все хорошо размешаю. Попробую на соль. И я думаю, что даже досаливать не буду, как есть будет. Все, будет ждать обеда. Так, мы с Григорием приехали с репетиции. У Гриши сегодня была репетиция в садике, завтра уже выступление, да? Вот сейчас будем обедать наши вот эти вот непонятные макарошки, лапшу эту с помидорками. Я купила вот этих штук очень вкусных, компотик у нас холодненький и помидорки тоже купила. Потому что наши что-то ну совсем пекутся и толком не спеют. Так, я сейчас поставила воду, кипяток, для того, чтобы заливать баночки с грушами. А пока тем временем делаю подарок родне. Заказала я уже букет в коробочке, и в этом букете, то есть, знаете, коробочку вот так вот по диагонали разделят, здесь будут цветы, а здесь будут прянички. Пряники, лента, никакого другого цвета ленты не было у нас в станице, вот такой тоненькой, поэтому будет вот такая лента, 12 пряников, 12 кусочков нарезала, вот такой вот длины, сейчас их разглажу и... Это обсвечку запаяю концы и буду их с помощью крючка для вязания вдевать в наши прянички. Так, я здесь распечатала всякие разные поздравления. Шрифт, по-моему, Кассандра называется. По-моему, я его скачивала. Он вроде бы нестандартный. Вот. И сейчас буду все это. Ленточки я уже отутюжила. Конечно, когда ленточки отутюжишь, у них совсем другой вид. Вот теперь эти отутюженные ленточки буду втягивать в наши прянички. Так, вот такие вот прянички получаются. Я, значит, вставляю вот сюда вот крючок. Отсюда насаживаю ленточку, продеваю ее сюда и с этой стороны точно так же. И потом на сам крючок накручиваю вот сюда вот. Само по желанию, и оно получается вот таким вот свернутым бубличком. Не знаю, как сказать. В общем, вот такие вот. Сейчас сверху накрою пакетиком. И еще три пряничка доделаю. И все, закрою в этот контейнер. Будет все лежать до завтра. В 12 часов я забираю букет. Уже заказала. И залила кипятком груши. Их нужно заливать два раза кипятком, на третий раз уже сиропом и закатывать. В общем, теперь они остывают до того состояния, пока я могу держать банку. То есть сейчас очень горячо, потом накрываю сверху здесь такой крышечкой с дырочками, все сливаю, опять кипячу, еще раз заливаю просто кипятком. Так, ну что, все прянички готовы. Букет у меня, кстати, будет вот в таких вот розовые розы, будут маленькие, красивые, и белые. Не помню, как называются. В общем, посмотрите сами, вспомните. Либо я завтра спрошу, как эти цветы называются. И, в общем, тут все, все пряники. Теперь дочки ждут завтра. Так, мальчишки мои дома. Папа их привез и сам поехал на работу еще, да? Поливать где-то. Поливать там что-то, да. Я знаю, что поливать. Что? Яблони. Да? Афонечка, расскажи. Ну что? Что у них растет? Ну, яблоня. Да. Антош, у тебя сегодня была репетиция? Да, конечно. И у Гамбриша я уронила. Почему у Гамбриша сегодня так опоздал? Не знаю. Родион уже говорил, где Гамбриша, где Гамбриша? Да? Понятно, но завтра же Гриша приедет выступать. Афонь, ты будешь на празднике завтра? Только когда мама не просится, да? Да. Там с детками сидеть, да? Да, ты меня забирай, если хочешь. Да? А мама потом вас пораньше заберет, да? Ага. Или останешься в садике? Или в садике останешься? Папа Бог. Да? Дома, дома будешь? Угу. Так, все, мы довязали. Сейчас займусь уже груши доделаю. Это второй раз они залиты той же водой. То есть я ее слила, опять закипятила, опять залила.
Сейчас они уже горячеватые. Наверное, уже минут 15 они стоят. Сейчас я сниму для вас рецепт. То есть вы нажмите там на стоп-кадр, почитайте его, либо найдите этот же рецепт в этом. На поваренке. Не знаю, видно вам там чего-нибудь. Так вот, давайте. Но я делала немножко не так. Я все-таки буду заливать два раза водой, но я уже это сделала. И третий раз только сделаю вот сироп по вот этому вот рецепту. Так что вот так вот. Так, я уже закатала груши. Здесь немножко сиропа осталось. Сейчас здесь у меня варятся яйца. 5 штучек на окрошку. Сейчас уже буду их выключать, остужать. Я делаю окрошку нессером-дессером. На мелкие кубики все. Лишь здесь уже колбаса, редиска. И сейчас будут еще яйца и огурцы. Что, наконец-то моя долгожданная окрошка почти готова. Здесь у меня яйца, огурцы, колбаса и редиска. Картошку мы не кладем в окрошку. Не знаю почему. Почему-то не кладем. Вот. В общем, когда-то один раз, когда еще там жили родители, попробовали с картошкой. Ну, что-то не очень нам. Вот, поэтому вот так вот. Огромный пучок зелени. Сюда бы еще хорошо был лучок зеленый. Но его сейчас не найти у нас. Поэтому просто укроп и петрушка. И добавляем сюда сметану, майонез, соль по вкусу и минералку. Я, в общем, люблю окрошку на минералке. Так. Так, а мы тут с Афонькой лежим и смотрим прямой эфир Иры Ляминой в Инстаграм по поводу пряников. И сына тут со мной. Да, мама. Да, мы тут лежим, разговариваем. Завтра же праздник у Афоньки, да? Да. Ну и расскажи, что там завтра будет. Пока будет на мама бок. Мама придет? Да, мама бок. Смотреть будет? Угу. А ты что будешь там делать? Лю-дели. Тик-так, тик-так. Часики? Так, тик-тик-тик-тик. Так танцевать? А так. А зарядка такая? Ну-ка покажи, как ты зарядишь. А так, тик-так, тик-так. Тик-так, так надо делать? Нет, это ножнички. Да, ножнички, чик-чик, да? Тик-тик. Чик-чик, правильно. А так уголом тик-так, тик-так. Это ты так в садике, да? А кто это так показывает вам? Мама Дина. Тик-так, тик-так. Угу, ну правильно. И ты так повторяешь, да? Да. Молодец. Это хорошо. Тик-так. Так, тик-так и лагвы делали. Да, так садики делают. Как тик-так. А что еще делают? По колам. Ножками топ-топ? Да. Рава. Не. В общем, весело там у Афони в садике, да, сынок? Да. Хорошо. Афонька там полез в окно, там папа доделывает в мастерской сушилку для рыбы. Надо же там уже рыбу высушивать, да, сынок? Да. Да. А папа там так? Ты ходил помогать, да? Ты что там делал, расскажи. Работал. Ты работал? Да. Афоня тут прыгает с окна прямо на кровать. Это ужас. Мама его ругает. А он что говорит? Мама говорит, не надо. А Афоня что говорит? Надо. Надо? Да. До окна там не надо, Афонь. Сейчас сетка упадет, и ты туда на улицу. Бабах. Понимаешь? А то. Угу. Да, да. Ну, потому что если ты будешь туда давить, давай слазь, и не надо на окна, это не игрушка. Это на окнах страшно, можно же упасть. А то, потому что ты лазишь по окнам.
Колбаса моя. Ногти опять. Афоня, посмотри на меня. Я сейчас накрашу тебе ногти. Будешь как девочка ходить в садик с ногтями. Давай ногти сюда, я накрашу их сейчас. А зачем ты тогда их грызешь? Афонь. Ты слышишь маму? Не надо их грызть. Ну тогда я тебя кормить не буду, ешь ногти, понятно? Нет. Нет, тогда не надо их есть, понятно? Борщ ты ел сегодня? Нет, а кто ел твой борщ? Ну-ка, а мама? Иди играй, пожалуйста, мама. Все, ты со всеми переговорил? Расскажи. Да. Кому ты звонил? Тетя Лене. А почему ты ей звонил? Просто так? Просто так. Ну а что там тетя Вера тебе сказала? Пока, Леди. Завтра приезжать? Да. А почему? Тетя Вера, что завтра день рождения? Мама, тетя Лена, а Леди. Да. Фонарики хоть заморгали, а то вчера даже не работали, представляете? Я прям перепугалась. Не знаю, что с ними было, но сегодня все в порядке. Посмотрите, кто тут у нас, две лягушечки. Гляньте, какие милые. Клевые, да? И убегают. Лягуха, ты меня не боишься, боишься? Пап, ну ты скоро. Че, детская кроватка даже в ход пошла? Для рыбы угодит летает этих мошек. Times that you ain't my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well